Дорогие зрители, вот уже долгий период времени мы делаем для вас ролики с самыми актуальными и важными событиями из жизни знаменитых на всю страну людей. Эти люди внесли огромный вклад в развитие нашей страны и наше культурное наследие. Ежедневно мы получаем печальные сообщения и вынуждены констатировать, что уходит много знаменитых личностей. Мы благодарны каждому из вас за слова поддержки и соболезнования, в это непростое время как никогда важно. Вот и сегодня с огромным сожалением вынуждены вам сообщить об уходе прекрасного человека. На 83-м году ушел из жизни советский и российский режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Тенгиз Семенов. Тенгиз Семенов родился 5 августа 1941 года в Тбилиси. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Работал на центральной студии документальных фильмов. В 1978 году Роман Кармен предложил Семенову принять участие в создании 20-серийной советско-американской документальной киноэпопеи «Это неизвестная война», в СССР она шла под названием «Великая Отечественная». Тенгиз Семенов, в числе других создателей сериала, стал лауреатом Ленинской премии 1980 года.